Престольный праздник отметил храм нерукотворного образа Христа Спасителя в Адлере. Богослужение возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Сидор. Великолепие выстроенного несколько лет назад храма увидим в сюжете наших коллег. Прямо у границы Олимпийского парка в Эмеретинской долине праздник перенесения из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа в октябре 2012 года был заложен храм в честь этого события. Ровно через полтора года от закладки и за несколько дней до открытия Олимпийских игр храм был освящен митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Исидором. С тех пор владыка-митрополит ежегодно в престольный день посещает этот храм. Совершить богослужение вместе со своим владыкой сюда прибыли почти все священники трех благочиний – Сочинского, Адлерского и Лазаревского. Строитель этого большого храмового комплекса – архимандрит Флавиан Осколков. Он же и настоятель этого великолепного и уже намоленного храма. Надо сказать, что в канун и во время Сочинской Олимпиады храм посещали и президент Путин, и патриарх московский Сея Руси Кирилл, и участники Олимпийских игр. И великолепные росписи стен, и убранство храма, и даже сегодняшнее солнце создавали благолепную молитвенную атмосферу. Причащались в этот день на 5 чаш. А по окончании литургии совершили крестный ход вокруг храма. Звонили колокола, хор с духовенством пели молитвы. Правящий архиерей читал Евангелие и кропил 4 стороны света святой водою. По завершении богослужения владыка наградил благодетелей и активистов прихода медалями и почетными грамотами.